Теперь, что по сути радует? Радует количество участников. Вот это хорошо. А теперь, естественно, критика. Посмотрите внимательнее на тех, кому авиация душу греет. Эти люди могут сделать Магнитогорск по-настоящему летающим городом. Ну, взять, к примеру, меня. Я-то авиамоделист со стажем. Я сам собирал первые радиоуправляемые модели. И планера, естественно. Но сейчас время то другое. 90% самолетов — это формированное ЕПП. То есть они делаются из укрепленной вспененной полистирольной массы. Давайте определимся сразу. К сожалению, все, что летает, может разбиться. Да так оно и есть. Но ЕПП ремонтировать проще. Хорошая и быстрая смола склеивает, и вы в работе. И все остальное — это наша благость, это Китай. Да, это круто. И это в 5 раз дешевле. То есть базовый комплект хорошего планера со всеми пирогами, с нормальным пультом — это 15 тысяч рублей. Я покажу и научу и летать, и ремонтировать. Теперь дальше. Хорошая аппаратура есть. А вот дальше дешевле. Включая двигатель и аккумы, и первый полет на тренере, и это всего 10 тысяч рублей. Да, дорого, но не дороже велосипеда. А удовольствие в разы больше. Так вот, это всем нужно. Так, товарищи, от работы с молодежью. Вы от нас отвалите, плиз. Не каждый, не всегда может прийти на урок вовремя. Да это и не нужно. Вы к нам обращайтесь без своих странных косяков. Вы нас зовите, и через год, а может быть и раньше, людей здесь будет в разы больше. А через 10 лет – в 10 раз. Алло, гараж, или это не алло, гараж? Мы готовы работать с детьми? А где есть дети, туда и папы, и мамы придут. Только давайте без ваших тараканов и косяков. Мы хотим это делать. Тут работы не сильно много. А договориться, так это в Магнитогорский клуб авиамоделизма. И вот они знают, как из вашей школы сделать лидера по авиации. Так что мы готовы. Готовы ли вы?